равновесие, застряв в своем равнодушии. Странники мы странные, умничаем умные. Встретимся мы где? Обгоняя себя, лечу в будущее, чтоб попасть в прошлое к тебе. Умничаем, а не чувствуем. Спасибо. А теперь я хотел бы пригласить. Когда говорит звезда, да, обычно, а творческие люди, это некая ирония, да, в этом. Сейчас уже, в наше время. Я хочу сказать, звезда без иронии. Я хочу пригласить сюда звезду стиходелики Ирину Черницыну. Слово звезда, все буквы большие. Как ее творчество, оно такое, мастер-класс. Джекпот тебе, да? Джекпот надо туда, в гитару. Я не знаю, куда втыкать. Наша. Кади, можно я на твоей? Можно, Вадим, можно на твоей? Можно. А джекпот надо воткнуть. Джекпот надо воткнуть. Я не знаю, где какой из них. Ты пожалуйста. Гитаристы, помогите джекпот воткнуть. Что, хочешь? Валер, помоги джекпот воткнуть. Обожи. Извините, я путаю джек и джекпот. Джекпот — это лотерея, когда джекпот срывает, там часто бывает иногда. Да, вот чтобы вы понимали, да, стиходелика началась как конкурс. И Ирина пришла на конкурс, взяла и гран-при, это что такое, и приз зрительской симпатии, и жюри. Просто она пришла в «Гнездо кухаря» в 2009 году, 15 июня, и просто всех покорила. А с тех пор мы вместе. А еще следите за первым каналом телевидения. А это же потом давно. А год-то какой, скажи. Год какой, скажи. 2009. 2009. 5 лет назад. Ириша, звезда ты наша. Слушаем, Ирина Черницына. Я сегодня не готова, честно вам скажу. Держала инструмент, но она и не делала, поэтому вот сегодня сейчас как-то попала. Так, сейчас подумаю, даже не знаю, что спеть. Ой, а струны да нет, Катя. Струны нету. А слабо на шесть, на пяти. Вадим, струны нет. Моей вины нет пред тобою. Твоя душа в плену обид. Моя душа в плену потерь. Моя душа еще болит, хотя и меньше уж теперь. Моя душа еще болит, хотя и меньше уж теперь. Моей вины нет пред тобою. Не прибавляй огня к огню, в реке обиды брода не ищи.
меня прости, за все прости, молю. И за разлуку нашу не взыщи, меня прости, за все прости, молю. И за разлуку нашу не взыщи, ведь в ней вины моей нет пред тобою. И уплыла вода в реке, в которой мы с тобою отражались, все наши клятвы где-то вдалеке. А здесь лишь ивы грустные остались, все наши клятвы где-то вдалеке. А здесь лишь ивы грустные остались, но в том вины моей нет пред тобою. Да, в том вины моей нет пред тобою. Здесь выключили, Валя. Здесь не включили. Я играл, Сергей играл, так все осталось. Все громко. Друзья, давай же. Дайте. Не забудьте, пожалуйста. Отключена была? Когда свинок виноват, ушел уже. Сделал грязное дело и ушел. Так потому и ушел. Свежий ветер.
поздравляю тебя с днем рождения. Ты знаешь, у меня очень много друзей, вот я в этот раз посмотрела, заглянула на свою страничку, там что-то более 1400 человек. Но есть круг людей, он, наверное, вот на двух руках помещается. Это люди, которые особенно дороги, это люди, которые близки, это люди, с которыми просто, легко, надежно, радостно. Это люди, которые готовы прийти на помощь, это люди, которые тебя понимают. В общем, это люди, которые самые близкие. И ты входишь в их число. Ты это знаешь. Я очень люблю. И еще несколько человек, которые здесь тоже присутствуют. Но сегодня о тебе говорим, поэтому мне очень радостно, что я с тобой встретилась в этой жизни. И что мы с тобой уже пересеклись и творчески, и очень надеюсь на дальнейшие наши с тобой работы. Мне очень нравится, как ты пишешь, как ты поешь, твоя музыка. И, в общем, как-то так очень, очень с тобой вот, близки по восприятию музыки и вообще всего. Я желаю, чтобы у тебя было много-много еще альбомов, нескончаемое количество, чтобы вдохновение приходило. Потому что очень часто бывает, что поэт и композитор списывается, да, он выплескивает, потом у него ничего нет, и нужно очень долго ждать, и некоторые так и не дожидаются, и бросают это. У тебя такой фонтан вообще всего, эмоций, и мыслей, идей. Я сегодня слушала, просто наслаждалась, насколько все органично, насколько много разных направлений в твоем творчестве. Это просто прекрасно, ты молодец. Калейдоскоп такой. И я желаю, чтобы долго-долго-долго еще интонировал и много-много всего сделал. Я очень надеюсь, спасибо. Спасибо, что тебе еще много лет будет сказать. Ирина Черницына. Друзья, и в словах Валерия Евдокимова нету иронии, когда он говорит, что у нас большая семья, нетрадиционная семья. Это творческая семья, соавторов. И сегодня день рождения Никодима. Вот особенность концертных залов в том, что есть регламент. И у нас осталось буквально несколько минут для того, чтобы отключить вот это все электричество. Поэтому я хочу вас это принять, что мы не до утра здесь. К сожалению, есть регламент у этого заведения. Да, поэтому я сейчас хотел бы пригласить на эту сцену Никодима. Никодим. Попрошу тебя выйти на сцену. Логическое завершение сегодняшнего вечера, сегодняшнего праздника, презентации диска «Дня рождения Никодима» — это, конечно же, его слово, да? И просто потому, что сегодня его день во всех отношениях. У нас осталось минут 8. Ну, я так понял, что песен уже хватит, да, соусу. Все на электричке, по домам разъезжаться, девчонкам из бара тоже надо уже холодильники свои замораживать. Я, знаешь, как хочу сказать, не все, кто пришел, они просто кто-то болен. Кто-то болен. СМС прислал. Кто-то там почту я еще не проверял. Не важно. Не вычеркиваю никого, потому что все. Жизнь идет, у всех свои проблемы. Мы тут твои. Жизнь. Тоже надо когда успевать детей кормить там. Толя остался, мама убежала домой. У нас один до сих пор. Весь вечер сидит один дома за компьютером. Оля на свободе, двое. Также у Сережи, там, у всех. Ну хорошо, спасибо, что, несмотря на то, что не с кем даже детей, кому-то даже внуков оставить дома не с кем. Бросили. Вообще на вокзале ночевать теперь будет. Вот, Ирина вообще будет на вокзале сегодня ночевать. В Раменск не попадет. Ну,
Я хочу сказать особое спасибо, Сирина ушла, Дима ушел, Леша ушел, остался Сережа, Ваня. Хочу сказать ребятам особое спасибо. Спасибо, потому что, ну, это музыкальная поддержка, это костяк, барабаны и бас. Это... Спасибо, что вы у меня есть. Да. Спасибо, хочу сказать всем девчонкам, но лучшие девчонки, можно я скажу, Наташа своей, я тебя люблю. Это лучшие девчонки, Ваня. Ну, получил. Спасибо за психоделику. 5 лет, это 5 лет я в психоделике. В психоделике 6 лет. Пусть она будет 8, 9, 10, 7, да? 2007 год. Ну, значит, я 6-й год, да? Значит, пусть она идет сама по себе. По земле. И по земле идет, да. Ну, тогда придем, у нее. Она пусть сама идет. По земле. Да. В общем, творим. Всем добра, любви, здоровья. Ну, и находить время. Не в зависимости на того, что кто-то что-то сказал, ошибся, блин. Может, он просто не то хотел сказать, ты не так понял. Уметь прощать, Владимир. Да, наверное, так, да, уметь прощать. И, очень, если я кого-то обидел в этой жизни, я сразу сегодня прошу прощения, потому что я, скорее всего, многих обидел. Очень сильно обидел. Я это понимаю. Но это я сделал осознанно. Не трогайте моих музыкантов, тем более же скипов. Вы обидели мою скрипачку, я вас уничтожу. Она лучшая. Она лучшая. Все. Спасибо. А диск Яни? Засказанная. Человек ждет. У нас на самом деле, чтобы закончить, 5 минут осталось, чтобы освободить помещение. С Яной вообще история такая, что Ян, она из Калининграда. В 2009 году, еще когда было, блин, популярно караоке, там песни пелись, будь здоров, как кто-нибудь, это надо снять, потому что это ей не надо, снимается, да? Яна, когда ты спела «Когда один» песню от женского имени, и там весь интернет взорвало своими, ну, просто, мне было смысла вообще после этого вообще петь песню. Я думаю, что песня принадлежит тебе. Ну, давай я должен был сегодня с тобой эту песню как бы спеть, по большому счету. Но видишь, как-то получается так, что времени не хватает на все уже, раз сжаты. Но время еще будет, я думаю, не последний день.